Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала «Жизнь фермера в Сибири». Я рад приветствовать абсолютно каждого на своем канале. Дорогие друзья, сегодня у нас 15 число, 15 ноября. У меня сегодня день рождения. И утро мое началось с 4 утра, потому что телефон разрывался от сообщений, от звонков. Ну, звонки немножко позже начались, а сообщения начались приходить в 4 часа. Вот, ну и потом уже, в общем, сон прошел, я немного злился, потому что хотелось и поспать, вот, ну и нужно было отвечать на сообщения. Вот такие дела. Несмотря на то, что у меня сегодня день рождения, я все равно работаю. Мои любимые зрители поздравляют меня везде, и в Инстаграме, и ВКонтакте, и в WhatsApp пишут, в общем, везде, где только можно. Поздравили, наверное, уже все, чему я очень-очень рад, приятно, так сказать. День такой, и все помнят, ну, наверное, очень, как сказать-то, очень приятно прям, когда долгое время не снимаешь, а люди помнят, что у тебя день рождения, хотя я вроде бы об этом не и говорил, но вот последний раз только на стриме, и люди помнят, и они без каких-то напоминаний сами поздравляют искренне. Я говорю, что мои зрители самые-самые искренние, самые доброжелательные, поэтому очень приятно. Вот, сегодня целый день получаю поздравления, это и звонки, и сообщения, в общем, круто. Также, дорогие друзья, многие поздравляли через Сбербанк, да. Я очень сильно ржал, потому что, ну, присылают там сумму, и в сообщениях указывают, что, допустим, там на тортик, там на пироженки. Я говорю, я, блин, тресну с пироженками. Герман, спасибо огромное. Анфиса, вам тоже огромное спасибо. Вот. Ну, тратить я их не буду, понятное дело, я их закину к себе в копилку. В общем, вот такое у меня обращение к вам, не обращение, а точнее, благодарность, спасибо вам огромное за поздравления, очень-очень приятно. Но следующий ролик, я надеюсь, сниму уже с животными, потому что многие на стриме просят, когда ты уже вернешься домой. Вот, дорогие друзья, как только я вернусь, я обязательно сразу же вам сообщу. Ну, буду снимать ролики, либо, может, заранее там сниму ролик, что я вот собираюсь домой, пакую вещи, все, ждите меня. Вот такие дела. Ну что, дорогие друзья, у меня на этом все. Еще раз спасибо всем огромнейшее за поздравления. Вы не представляете, как приятно. Также я хочу еще сказать огромное спасибо моим родителям, что они подарили мне эту жизнь, замечательную жизнь, что они меня воспитали и вырастили человеком, не раздолбаем. Спасибо вам огромнейшее. Крепко обнимаю вас и целую. Все, дорогие друзья, всем пока и до новых встреч.